勝利を収めました武田選手にはトロフィーが贈られます。Есть, есть, нокаут, добивает. Зачем же? Зачем же сейчас он делает это? Сейчас, в смысле, бить так можно, естественно. Но почему судья не останавливает поединок? Стяще. Просто приехали, победили, молниеносно, быстро. По-настоящему просто, как говорится, порвали соперника. Первый турнир промоушена Rising FF получился для российских бойцов не просто удачным, а, можно сказать, фееричным. Вот этот правый прямой на самом деле уже отправил в полунокаут, в нокдаун такой. Размашистый удар и видит все. Прохаска, а вот бороться с ним нельзя. Хорошо сейчас серийно работал Иржа по защите. И похоже, сейчас будет добивание, говорит, глухая защита, все. Было бы неплохо подойти, проверить, как дела у своего оппонента. Через руку здесь, кстати говоря, попал хай-киком. Да, действительно, какой-то определенный акт вежливости здесь необходим. И, как часто любят говорить спортсмены, мы...乘胜追击。 Все фиксируют и записывают. Ну вот это, как говорится, до первого взрыва. Ой-ой-ой. Опаснейший удар был в исполнении. Все! Не на это. Сейчас смотрим. Вот здесь вот опасный удар в исполнении бразильца. И точный правый крюк. Точно в челюсть прилетает бразильцу, после которого он уже был в нокауте. Вновь отметим хорошую работу рефери. Вмешался молниеносно. Это безусловно. Но мы видим, что грубую ошибку совершил бразилец во время атаки, за что и поплатился.看能不能乘胜追击啊！哎啊！车模感觉，但现在好像国内车模这种限制比较多了，是，不像之前那么暴露了。这一次直接的是把。
控制住了他的左手。 强硬啊，是。 优 势的拳非常的准，嗯，哦，应该不行了。啊，这个摆拳，嗯，他也是有讲究，又是一个摆拳，嗯，你看他看上去比对手要瘦，但是拳的威力非常的大，是。 Какая же сумасшедшая челюсть у этого человека. Еще одно попадание. Четыре попадания подряд в челюсть. Пятое, шестое. Все, нокаут. Причем глухой. Еще раз давайте полюбуемся за этими ударами. Это уже завершающие. Стадия последней атаки. Еще один справа. Мощный, точный удар. То даже второй...